Полоцк атаковала армия снеговиков. На площади Свободы впервые прошло нашествие снеговиков. Креативное шоу стало отправной точкой новогодним праздником в Полоцке. Необычный конкурс оценивало жюри во главе с Дедом Морозом и Снегурочкой. Горожане и гости Полоцка выбирали самого креативного снеговика, снеговика-великана и снеговика-лилипута. Участников и гостей праздника на сценической площадке развлекали Дед Мороз со Снегурочкой, сказочные персонажи. Здесь же работали фотозоны «Новый год любимому городу». Выбирали и победителей конкурса гигантских елочных игрушек, который проводится в трех номинациях – символ 2019 года, традиционная игрушка, креативная елочная игрушка. Участие в конкурсе приняли Полоцкий молочный комбинат, воинская часть 55719, районный дом культуры, учреждения образования и другие предприятия и организации города.